К другим темам. Международный фестиваль «Азия, Сибирь, Европа» завершился в Красноярске. В последний день на сцене Краевой филармонии выступили артисты камерного оркестра и концертный хор Санкт-Петербурга. И времени на отдых после фестиваля у исполнителей не будет. Уже завтра музыканты Красноярского камерного оркестра отправятся с ответным визитом в северную столицу. Что касается фестиваля, в этом году он прошел уже в 20-й раз. Организаторы говорят, за эти годы было все. Мировые премьеры, выступления классиков, яркие эксперименты. Но самым главным всегда оставался зритель. Я знаю людей, которые 15 лет ходят подряд, все время одни и те же. Я вижу новые лица, я вижу лица, которые вообще первый раз пришли в зал. И уходят абсолютно, а я да не знал, что так бывает. Вот это наша задача, это задача прежде всего нас как музыкантов, как людей, которые несут свое искусство. Потому что, как я очень люблю повторять и говорю это часто, музыка проникает в сердца людей абсолютно без всякого разрешения.